тут Склифосовского первый раз участвует в таком мероприятии, как «Здоровый образ жизни москвичам». И мы решили подойти к этому таким развернутым способом и открыть многие наши отделения для простых людей, да, которые сюда придут. Поэтому у нас запланировано несколько площадок. Это открытая реанимация, где у нас находится реанимационная кровать со всем оборудованием, да, манекен, на котором можно отрабатывать навыки сердечно-легочной реанимации и так далее. Рядом стоят живые реаниматологи, те люди, которые каждый день работают в реанимационном отделении, они могут рассказать, показать, как происходят какие-то вещи. Рядом находится площадка травматологов, да, они показывают, как можно при помощи различных инструментов фиксировать переломы костей, да, потому что это серьезная часть экстренной медицины. Рядом находятся хирурги, да, которые при помощи эндоскопической техники любому желающему демонстрируют. И каждый человек может попробовать, как можно что-то сделать при закрытой операции. Да, при помощи видеокамеры и различных устройств можно завязать узлы или достать там семечку из тыквы. Это очень интересно. Вот. Также площадка нейрохирургов. Там две составляющие основные. Первая – это можно сделать трепанацию, да, просверлить в моделях черепа отверстия и, соответственно, сделать специальный доступ. А рядом на модели сосудов для этого используется обычный окорочок. Накладывают сосудистый шов на очень маленьком сосуде, там 3 мм под микроскопом. И тоже любой желающий может это попробовать. А в завершении площадки находится стенд ультразвука, и там наши высококлассные специалисты занимаются тем, что делают ультразвук сонных артерий. Таким образом, можно найти бляшки в сонных артериях, и если они занимают определенный процент просвета сонной артерии, пациенту надо выполнять оперативное вмешательство. И, конечно, у нас есть прямые трансляции из противошокового зала и прямые трансляции из гамма-ножа, который находится на территории института. Ну, во-первых, впервые несколько больниц здесь представлены. Да? Институт Склифосовского, как лидер экстренной помощи, конечно, должен быть представлен на всех серьезных выставках городского здравоохранения. Я считаю, со своей стороны, что это очень важно, потому что позволяет людям, которые сталкиваются с медициной только по телеканалам или там, по газетам, увидеть, как это вообще в реалиях происходит. Это очень, мне кажется, серьезное такое общение с людьми и открывание наших таких внутренних резервов и закрытых зон. Впервые, я думаю, и в России, совершенно точно, наверное, даже и впервые в мире представлены прямой эфир операции на уникальном высокотехнологичном оборудовании гамма-нож. Пошагово рассказывается вся суть операции, как происходит наложение рамы, планирование лечения, как оно выполняется. Это важно для того, чтобы больные люди понимали и знали о том, как это все происходит в реальном времени. Это достаточно уникальная технология, позволяющая лечить такие вещи, как метастатическое поражение головного мозга, сосудистая патология, такая как разрывы мальформации, каверном, а также различные функциональные заболевания. То есть это тригеминальная невралгия, например, фармакорезистентные формы эпилепсии. Благодаря появлению этого оборудования Склифосовского практически полностью закрыты все вопросы по оказанию помощи больным с патологией центральной нервной системы. То есть сформирована так называемая нейрохирургия замкнутого цикла. То есть любой житель Москвы, у которого есть патология центральной нервной системы, которым требуется нейрохирургическая, как микрохирургическая, так
эндоваскулярный, так и теперь радиохирургические вмешательства, он может быть пролечен в институте Склифосовского. И что очень важно, как в плановом порядке, то, что существует во всем мире, да, только в очень крупном центре, так и это уникальное явление в экстренном порядке. То есть больной может быть при, например, разрыве мальформации нашей выездной бригады осмотрен в другом стационаре, переведен и получить в том числе радиохирургическое лечение в тот же день или на следующий день. Занимается очень серьезной патологией. Имя нашего института всем известно. И сегодня у нас уникальная возможность показать свою работу изнутри широкой аудитории, потому что, конечно же, детали, все нюансы известны только нашим коллегам, чем мы занимаемся. А здесь, я повторяю, это уникальная возможность показать это уже жителям Москвы и гостям нашего города. Первый раз нам представилась такая возможность. Здесь у нас представлены на нашем стенде все самые современные технологии, которые мы используем в своей повседневной работе. И еще уникальная возможность в том, что посетители этой выставки могут сами попробовать, условно говоря, вылечить пациента с самой разнообразной патологией. Попробовать это, как врачи это делают в своей работе ежедневной. Еще один момент, который хотелось бы отметить, в чем значение этой выставки, то, что, конечно, медицинские современные технологии ушли далеко вперед, и сейчас обычные люди не представляют, как происходит этот процесс лечения пациента, как выполняются операции. У некоторых испытывают страх, какое-то волнение перед тем, как пойти к врачу, или когда с ним случается какая-то неприятность, они со страхом ожидают контакта с медицинским работником. И здесь мы показываем то, как мы работаем, и я думаю, что это нивелирует какое-то вот это напряжение у наших возможных пациентов. Дай бог здоровья им, чтобы они никогда не сталкивались в качестве пациентов с врачами. Но какой-то барьер между работниками здравоохранения и жителями города, представителями других профессий, я уверен, что эта выставка нивелирует. Да. Сегодня мы впервые участвуем в этом интересном мероприятии с точки зрения пропагандирования возможностей Института Склифосовского для оказания скорой медицинской помощи. Одним из важных направлений в настоящее время является минимизация хирургической травмы, что улучшает, несомненно, результаты и достигается это ранней социально-трудовой реабилитации пострадавших и заболевших. Как правило, пострадавшие – это лица молодого трудоспособного возраста, и оказание им помощи из мини-инвазивных доступов – это очень актуально для их скорейшего возвращения к трудовой деятельности. Поэтому при травме мы активно сейчас внедряем лапароскопический доступ, как при закрытой травме, так и при ранениях, что также актуально в нашей криминогенной среде. Это позволяет нам сократить койко дней от 2 недель до 2-3 дней. Фактически в ряде случаев мы сейчас развиваем новое направление при ранениях и закрытой травме – консервативное лечение. То есть за больными наблюдается 1-2 дня. И если нет данных за повреждение внутренних органов, то они выписываются без операции. Вот такое перспективное направление. С другой стороны, при заболеваниях, в том числе при онкологических, мы также сейчас активнее внедряем лапароскопический доступ, что позволяет также сократить койко дней. И в ряде случаев вместо 2 этапов операции, это когда больной оперируется 6 месяцев, после этого вынужден находиться со стомой, с выведенной кишкой, на
переднюю брюшную стенку, и только через полгода мы можем их оперировать повторно. Сейчас мы разрабатываем программу, при которой эти пациенты в одну госпитализацию могут быть прооперированы, и более того, большая часть из них оперируется также из лапароскопического доступа. Вот такие основные направления мы пропагандируем, и поэтому предлагаем людям попробовать свои возможности, предоставив лапароскопическую стойку и простейший набор манипуляций.